Японии огромный выбор. Шикарно. Смотрите, виноград такой. Разговор у меня, красота. Дендробиумы. Башмачки. Вот, наконец-то мы нашли с вами фласки. Смотрите, какие бульбофилумы красивые. Дендробиумы. И вот они у нас фласочки. Ну, фласки, конечно же, соответствующие стоят, но это фласки. Вот, пожалуйста, Орхидеи Азии, группа ВКонтакте. Как они выглядят? Вот у нас фласочки. Ванды, фаленопсисы, тетрасписы, шалашисты. Смотрите, фласка целая, полна шалашисты. Смотрите, как она выглядит там, интересно. Видите, да? Интересно. Вот у нас дендробиум еще цветущий. И, естественно, шамбурги. Шамбурги, конечно, крупнющие вообще, но с шамбургами проблема, что солнце. Без активного солнца шамбурги толком не будет расти. Ее надо прям вот жарить и кипятить на солнышке. Поэтому у тех, у кого северные окна, даже не нужно рассчитывать на шамбурги. Вот, пожалуйста, да, у нас. Ну, весной прям цветущего у нас маловато. Она в длинном стакане была. Такие вот у нас шикарные суккуленты. В цвету весь. Живые камни, всеми известные. Литопсы. Конечно. Ой, посмотрите, какая симметрия. Симметрия суккулентов очень интересна. И вот красиво сейчас цветет. Лошера хелиоза. Ладивия. Здесь демоколеция. Смотрите, маленькие плодики уже созрели. Маленькие плодики. Да. Шикарно, спасибо. Зибо, как обычно у нас с вами. Вот, смотрите, черный лебедь есть. Большой выбор. Вот пилорики, бабочки, коты есть. Смотрите, какой цвет. Уже отцветает, конечно, но цвет вообще. Всеми известный Зора. Мне он лично очень нравится, Зора. За его именно фактуру лепестков очень красиво. Смотрите, котов, конечно, здесь куча. Паприки. Горизонт. Народу очень много. Горизонт, смотрите, какой у нас шикарный. 176, Sunny Orchid. Давайте посмотрим здесь уже редкости. Пилорики, смотрите, каскады у нас есть, беглипы вот такие. Вот, смотрите, пилор какой. Посмотрите, какой насыщенный. Видите, да, каскадики, к сожалению, уже немножечко не в том состоянии, да, которое бы хотелось бы купить, но все же. Это, по-моему, Soga Diamond. Это Soga Diamond? Да, это Soga Diamond. Видите, вот шикарный. Тут, конечно, был просто на один цветонос, да, но вы видите, какая огромная у него была удочка. Чудесная. Thank you.
цветущие есть. У нас тут еще много красоты. Шалашистый, вот здесь как раз стол. Импорт флора 50-57. И то, что меня больше всего у них удивило. Посмотрите, бульбофилум фаленопсис. Посмотрите на эту красоту. Просто. Эти бульбы огромные, смоченные уже. Посмотрите на это цветение. Да, конечно, вот такую редкость. Вот за это я и люблю наш с вами орхидеум. Вот, смотрите, да? Ну, шикарный, шикарный бульбофилум фаленопсис. Внизу у нас также есть немножечко шалашист, дендробиумов. Смотрите, шалашисты какие. Яркие-яркие. Я себе как раз здесь купил шалашисту, но я купил белую. Мне хотелось белую, а не желтую. Вот, талумнии по 500 рублей. Орхидеи у нас талумнии. Я не удержался, я накупил сразу почти каждую. Настолько они красивые. И тем более цена, ну просто вкуснятина. 500 рублей талумни. Глаза разбегаются, поэтому приходится покупать все. Да. Место-то можно найти? Ну, с местом тоже проблема. Вот, смотрите. Талумни не крупненькие. Вот их можно набрать целую коллекцию, да. Они вот и держат. Вот у нас и фаленопсисы здесь представлены, да, все в цвету, красота. Посмотрите, дендробиум уже на бутонах, на цветоносах. Ну, талумнии, конечно, шикарные, талумнии. Естественно, у нас, как обычно, с вами выставка, но я надеюсь, что мы на нее посмотрим завтра. Потому что сейчас уже времени просто нет. Надо уходить. Вот, потому что я уже и так здесь нахожусь часа 4. Ой, посмотрите, наши миниатюры все для наших с вами. А вот моя мечта, кстати. Я не видел, что она у них есть. Психопсис Папильо. Один из самых красивых психопсисов. Если бы я сюда пришел изначально, то я бы наверняка его купил. Смотрите, дендробиумы в цвету, шикарные. То, что психопсис, вы уже видели, да, у меня несколько из коллекций. Посмотрите, какой дендробиум курносый. Кстати говоря, у меня он есть, но я его в цвету у себя не наблюдал пока еще. Кстати говоря, может быть, я вернусь и куплю себе такой дендробиум. Уникум. Курносый, как его в интернете называют, да? Дендробиум курносый, вот этот вот. Видите, у него как будто вот такой носик, как у утки. Вот красота. Причем у него этот носик, видите, слегка такой венозный. Вот. Здесь он сидит в грунте. У меня он был на блоке, и я его переселил в грунт. Ой, посмотрите, какая красота. Здесь цветет миниатюрная. Вот она. Целлогина шалериана. Посмотрите, это вот ее цветок. Вот она. И вот у нее такая интересная губа. Пасиопидиумы. Дендробиумы. Так, и у нас наша визиточка. Вот они, пожалуйста. Орхидеи в Москве, онлайн-заказ. Ну и лекасты. Лекасты, конечно, это да. Это вот для, так сказать, профессионалов уже. Я лекарства не берусь выращивать вообще, от слова совсем, но у многих есть желание, потому что когда видят эти бульбы, дар речи теряют и прям вот закупаются. Да, лекарства у нас, конечно, это крупнота. Смотрите, есть вандочки маленькие, энциклии, энцивола, наверное, гибрид, энцивола, да, есть.
Посмотрите, какую. Посмотрите, какая котлейка. За 1500 рублей цветущая вообще. Ну, причем вот смотрите, она на бутонах. Все на бутонах. Вот, смотрите, тоже. Вот, смотрите, котлея. White Spark. Шикарная, шикарная котлея. Дендробиум. Ну, вот видите, да? Идет у него специозум во многих гибридах. Родоначальником. Красивые здесь. Каждую выставку еще мы их у них покупаем. Всегда, потому что качество орхидеи, конечно, высокое. Цена идеальная. Целлогины, психопсисы, дендробиумы. Ой, какое, какая морковка. Дома какая-то лентяйка. Вот. Думаю, надо взять на вторую цвести. Причем вот они уже с цветоносами, уже цветут. Поэтому вы можете сразу купить. Купить и сразу выращивать. Ой, как много тут всего вообще. Лекарства, дендробиумы, котли. А это так скажем. Стул из Рома у Татьяны Орхидрум. Удобрение Бонафорта, всем известное. Да, вот, пожалуйста, у нас есть здесь представлены стойки Бонафорта. Мне очень, наверное, понравился от Бонафорта вот этот биостимулятор тогда. Для орхидеи очень даже неплохо. Вот оно сейчас здесь стоит. Кстати, он дешевле, чем в озоне здесь сейчас. Биостимулятор роста. Террариумные орхидеи. Ой, это растения, которые у нас растут в террариумах. Мы их можем встретить на рептилиуме чаще. Но здесь они опять же есть у нас. Посмотрите, мини-фиалочки вот такие вообще. Мини-микрофиалочки. У нее листик, наверное, 4 миллиметра. Серапегии, посмотрите, какие интересные. С таким кленовым листом серапегии. Теперь у нас даже есть дикие орхидеи. Вот. То есть прямо с природы. Какой они цены? Какие? Все. Ну, от 300, 500, 700, 1000. Угу. То есть от 300 до там 2000. Да, вот зависит от размера. Угу. Вот этот вот, сколько на 10? Ну и вот уже мы подходим к концу выставки. Да, и давайте с вами посмотрим, что у нас имеется здесь. Опять же, мои любимые психопсисы. Марипоза, пилорик. Вот он есть, я показывал вам его цветение. Вот он шикарный. Причем кустик-то такой прям, ух, какой хороший. Угу. А вот у него деточка.
Видите, да, 1900. Вон деточки. Ну, деточки приличные, в принципе. Не то чтобы что-то такое, да, плохое. Не приличного размера. Что я видел, когда продают одну маленькую бульбу за 2000 рублей. Поэтому как бы тут нормальная цена уже. Вот наши котли. Ну, тут котлей огромный выбор просто. Вот, пожалуйста. Есть даже за 900 рублей. Поэтому каждый себе найдет здесь что-то. Вот, пожалуйста. Брассавола. А, кордата. Брассавола кордат 1400. Ну, вот это вот размерчик. Не для этой цены, честно признаться. Ну, ладно. Ой, Ансидиум, смотрите, Титаниум, пожалуйста, который у меня есть. Вот, смотрите, видите? Шикарно, мне он очень нравится, он очень пахнет ванилью сильно. Вот этот вот. И вот очень похожий тоже. Также у нас вкусняшки имеются, горшки. Опять же, наши с вами суккуленты. Ну, таких маленьких горшочков красивых. Ну и вот... Пожалуйста, наши с вами шикарные. Посмотрите, бегонии красивые. А они вообще никак не пахнут, да? Это карбонные. Есть вот этот аромат нежный. Они по сути разновидности.